Черные дни антинародного мятежа. Восстание против красных. Все началось с протеста студентов против коммунистической диктатуры. «Русские вон» было главным требованием. Студенты также требовали свободных выборов, законной оппозиции и прессы без цензуры. Толпа хочет действий. Ее первой жертвой становится памятник Сталину в центре Будапешта. С униформы и с флагов сорваны красные звезды. Ненавистный символ коммунизма стирают отовсюду. Толпу охватило беспокойство. Внезапно подразделение секретной полиции открыло огонь. По просьбе венгерского правительства, советские воинские части помогли в восстановлении порядка в Будапеште. Эти выстрелы превратили мирный протест в революцию. Группы восставших нападают на воинские казармы и оружейные склады, забирая винтовки и автоматы. Тех, кто 10 лет держал в страхе страну, ожидает жестокий самосуд. Повстанцы с триумфом едут по улицам. Под черным знаменем собирались силы реакции, остатки свергнутых классов. Сейчас они объединились с предательским эмигрантским отребьем. Но никто не знал, что отвод танков был хитростью. Венгры просили мир о помощи. Никто их не слышал. Соединенные Штаты посчитали, что им выгоднее разменять кризис Венгрии на советский кризис. Операция «Вихрь». В ней участвуют 17 советских дивизий, 60 тысяч солдат и офицеров, почти 6 тысяч танков. На этот раз русские не рисковали ничем. Битва за Будапешт была кровавой и односторонней. Нашим офицерам и солдатам внушают: в Венгрии к власти вернулись фашисты. В страну готовы вторгнуться войска НАТО. Страшный призрак фашистского зверя. Юные советские солдаты были шокированы небывалой жестокостью проевропейски настроенных венгров. По всему городу рыскали шайки фашистов. За неделю русские взяли город под контроль. Революция окончилась. Венгры узнали, какую цену придется платить за унижение Советского Союза. Сейчас, когда силы реакции разгромлены, Будапешт постепенно возвращается к нормальной жизни. Премьер-министра Имре Надя и других повстанцев арестовали и казнили. Десятилетиями люди не могли открыто говорить об этих событиях. За давностью лет сильно разнятся трактовки событий: гражданская война, контрреволюционный мятеж или первый опыт цветной революции.